Порядка 2000 подольчан собрались в парке Талалихина в Подольске, чтобы увидеть гала-шоу «Илья Авербух и чемпионы». На льду – звезды российского фигурного катания, чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр разных лет. Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Красочное шоу проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Здесь выступают знаменитые спортсмены, легенды фигурного катания. Я хотел бы выразить слова благодарности, во-первых, нашему губернатору, что проект живет, развивается, и уже не первый раз здесь у нас на Подольской земле выступают эти спортсмены. Организатор шоу и его ведущий – советский и российский фигурист, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух. Впервые выступая на этом льду в Подольске. Атмосфера замечательная. Сегодня достаточно холодно, но при этом полный зал людей. И огромное спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что действительно на память всем нам. Одиночное катание чередуется парными номерами и массовыми выступлениями с акробатическими элементами и фаер-шоу. Мне очень нравится, очень красиво. Красиво выступают фигуристы, артистично, профессионально. Нам очень понравилось. Такие шоу мы просто обожаем всей семьей. Вот сейчас решили согреться кофе и продолжить дальше смотреть. Красочные шоу известных российских фигуристов на катке парка имени Виктора Талалихина проходят уже третий год подряд. И это выступление не последнее. Сейчас мы как раз обсуждаем следующий год. Возможно, да, в начале года будет еще одно выступление, уже, правда, в другом составе. Вот, будет шоу Татьяны Навки. Вот, поэтому мы еще приедем обязательно. В конце шоу всем артистам вручили подарки и букеты цветов.